Всем привет! Приветствую вас на канале Пашка 500. И сегодняшняя серия у нас будет по семерке. А точнее, по полному восстановлению ее. Вот, сейчас поехали в магазин, купили все необходимые запчасти. Вышло более 30 тысяч рублей. Так как сейчас ситуация в стране нестабильная, цены все выросли. Вот. Скоро эта семерка будет совсем другая. Пока она вот в таком вот состоянии пребывает. Вот, она 2010 года. Вот такое состояние. Сейчас приехали до человека, который будет непосредственно варить, красить, все делать. Разгрузили у него запчасти. Купил все новое, начиная от задних фонарей, бамперов, замков на стекла. Меняется будет вот это крыло. Вот. Переднее левое крыло будет меняться. Вот. Также задний фартук полностью будет перевариваться, краситься. Две вот эти двери. И она будет совершенно в другом цвете. Собираться будет на всех новых компонентах. Купил бампера, фары, все пластмасски, пластик салона. Полностью все. Вот. В общем... Кому интересно, оставайтесь, подписывайтесь. Также короткие видео буду выкладывать в ТикТок. В ТикТоке ник такой же, Пашка 500, как и на Ютубе. Давайте покажу, что сейчас уже в ней есть из доработок. Это вот такой салон. Руль Приора 2, ЭУР, приборка, оргстекло. И вот что у нас по мотору. Приора, шестнарь, мотоциклетные дросселя, валы УКБ-52-52, запил ГБЦ, впуск-выпуск. Что еще? Волга форсы. Где-то приблизительно 160 сил. Вот. По мотору пока... Так, сейчас аккуратно. Так. Вот, также купил новые боковые стекла. Будем ее всю расклеивать. Вот. Делать под завод, под бутылку, под стекло. Новые ручки дверные, все новые пластмассочки. Также выкрасятся штампы. Ну, в общем, будет вторая жизнь у нее, вплоть до салона. Эта машина делается для себя. Будет восстанавливаться полностью. Вот. Если интересен такой проект, если интересно такое видео, пишите комменты, подписывайтесь, оставайтесь. Также буду заливать в ТикТок короткие видео по ней. Полностью все работы, что будут производиться. Сначала сварка, вот, замена всех деталей. И потом покраска и полная сборка. Я думаю, будет интересно. Вот. Оставайтесь, подписывайтесь, пишите комменты.